Всем привет! Быстрое познавательное видео о том, как заменить леску вот в такой вот катушке. Катушки бывают разные, но вот это вот мне нравится больше всего. Во-первых, она очень дешевая, во-вторых, в нее легко вставляется леска. Я по незнанию даже несколько раз такую катушку разбирал, пересмотрел весь YouTube и не нашел, никто нормально не показывает. Ну, у всех, конечно, это же разные катушки. Значит, смотрите, вот здесь вот есть отверстие внутри, и никакую катушку разбирать не нужно, просто вставляем насквозь леску, но нужно совместить вот этой крутилкой, крутится вот эта крутилка и совмещается отверстие, чтобы оно просвечивалось насквозь. Я вам сейчас покажу, как это делается. Смотрите, если вращать вот эту штуку, она крутится внутри, вот. И, соответственно, внутри вращается ответная часть, на которую леска наматывается. Нужно так дощелкать, чтобы отверстие начало просвещаться вот насквозь. Я вам показываю, смотрите. Вот, с обратной стороны светится отверстие. Теперь берем леску, складываем, ну, примерно вдвое, в моем случае. Лучше меньше, чем потом лишнее удалять. Ну, вот, на длину примерно самой косилки. Вот так вот вдвое сложенная леска. И вставляем. Все. С одной стороны вставляем, с другой стороны она вот сейчас вылезет. Так, вот. Вот и все. Вот так вот протягиваем. Если у вас катушка не такая, ну, замените катушку на такую. Значит, вот. Выравниваю, чтобы оба конца были на одинаковой длине. И просто вращаю вот этот центр. И в этот момент леска накручивается на внутреннюю катушку. Я вот наматываю так, чтобы немножко длиннее ножа было. И об нож она обрежется и выровняется, чтобы два конца были равные. Вот и все. Буквально одна минута, и леска заменена. Вот в таких вот я ее покупаю, рулончиках. Ну, как рулончиках, мне ее с катушки отрезали. Вот такая вот кучка получилась. И это, наверное, на пару лет мне хватит. А коса у меня Forte МК-152. Блин, она мне так нравится. У нее такой классный движок. Смотрите, я уже пару сезонов ею работаю. Вот цилиндр. Видно, такой чистенький. В общем, как она работает, это просто сказка. Работа ее двигателя поражает просто. Чего раньше таких не было на мопедах движков? В общем, я сейчас заведу, вам покажу. Значит, заводится просто вот вверх подсос, ну, как бы перекрытие заслонки. И все, дергаем, заводим. Ну да, забыл. Включается она вот на ручке. Вот, запускаем. Как же круто работает этот движок. Ни разу с ним проблем никаких не было. Шикарный. Мощности хватает. То есть я работаю на полгаза примерно. Работаю, кашу. И мощности отлично хватает. Смотрите, на мне вот такой вот жилетик. Вот, крючок. Я его разогнул, чтобы можно было подвешивать косу на него. Ну, это такой вот ремешок. За плечи цепляется. Так, ну и вот за вот этот крючок, за вот это кольцо я цепляю. Ну, как бы, сейчас я вам покажу. Вот, вот так вот я цепляю. И все, можно косить. А кто не знает, как выпустить леску на ходу, смотрите, нажимаем на газ и просто во время движения стукаем об землю. Центральная катушка вжимается внутрь, разблокируется леска, и она под действием силы центробежной выходит наружу. То есть не нужно ничего вручную там крутить, таскать, просто вот так вот делаем. Стукаем об землю, и леска выдвигается автоматически.
В общем, классная эта коса. Всем рекомендую. Не пожалеете. Но видео было о том, как быстро заменить леску, не разбирая катушку. А то в Ютубе там напоказывали. И я разбирал катушку, и знакомый мой вот эту вот катушку, которую разбирать не нужно. В общем, все. На этом все. Всем пока. Надеюсь, видео было для вас полезным.